Атака. Зотов. Хороший. На Комкова. Комков. Спасает. Вратарь показал. Кичбук преранного утрчавания Миловановича у казненный простор. Тражи да се пенал поново изведе. Овога пута Лекич чита Јосовића и брани свой гол. Резултатом 1-0 пред голом Лекича, каде је после корнера Маричића покушао Марковић да би у последњем тренутку голман Радника дошао до лопте. Više nego sigurno, još jednom je Јосовић prišao lopti, a Lekić ga po drugi put provalju. Prekrasni pas, no... Čuć slabije bi dao Saša pas i Miša bi bezpreprečno. Ивелина Попова. Во втором тайме был неплохой удар поворота. Это был Харова. Резван Умаров, как я уже ранее про него рассказывал, поигравший футболист, имеет реальный опыт выступления в различных коллективах. Вот, и поэтому, наверное, смотрится все-таки более уверенно, нежели другие. И мяч, матч возобновляется. Мяч другому хватачу. Савичу, у Савича штрафной удар. Показалось на секунду, что гол, но после забора стараемся Нехитова ответить. Так, Комкова, подача, идет в штрафную площадь. Это был удар. Вратарь спасает, Торбинский. Thank you.